По данным администрации города, если в 2008 году число жителей Коряжмы составляло 42 848 человек, то в 2011 году уже 39 572 человека. Только за последний год из города уехало 1112 жителей, прибыло 617. Примерно такие же цифры были и в 2011 году. То есть в городе наблюдается стабильное снижение численности населения. Впрочем, на сокращение числа жителей города влияет не только миграция, но и естественная убыль населения. Смертность по-прежнему превышает рождаемость. Уровень смертности растет. Мы говорили о снижении смертности только в 2010 году. Но показатели 2012 года и первых месяцев этого года говорят о том, что у нас родилось 662 ребенка, из них мальчиков 326, девочек 336. Отказных двое детей, 10 двоен и одна тройня. Тогда как за такой же период 725 смертей. Женщин 334, мужчин 391. Ежегодно в городе рождается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек, но после 35-летнего возраста это соотношение нарушается. Женщин становится больше, чем мужчин. Причем этот факт наблюдается не только в Коряжме, но и по всей России. Сильная часть населения редко доживает даже до пенсии. Если говорить о возрасте умерших, то статистика показывает, что примерно 30% умерших – это мужчины трудоспособного возраста, тогда как женщины трудоспособного возраста умершие составляют 6%. Статистика нашего отдела показывает, что 71% от числа умерших женщин – это те женщины, которым за 70, тогда как мужчины до 70 лет в основном не доживают, и в возрасте до 70 лет умерло 60% мужчин. Среди главных причин смерти – заболевания сердечно-сосудистой системы. Причем у мужчин они встречаются гораздо чаще, чем у женщин. Рак и алкогольная зависимость. От естественной старости умирает 18% женщин, мужчин всего лишь 5%.